Всем привет, друзья! Меня зовут Ира, это марафон «Я тебя похудею» и четвертая тренировка. Если ты попал на это видео случайно, находи первые три и проходи все заново. И там же ты узнаешь о подарках, которые будут разыгрываться в конце марафона среди самых активных участников. Так что участвуй, пиши комментарий, отмечай меня в Instagram, и, возможно, один из подарков достанется именно тебе. Ну а для тех, кто продолжает, мы едем дальше. Сегодня у нас четвертая тренировка, и мы начинаем, как обычно, с разминки. Нам понадобится, как обычно, коврик, гантели и вода. И место 2 на 2, чтобы мы могли с тобой хорошенько попрыгать. А пока ты готовишь оборудование, я тебе расскажу о подарке, об одном, который будет разыгрываться в конце марафона. Это протеин. Почему именно я решила его включить, тем более за первое место? На протяжении этого марафона я, кстати, взвесилась до, взвешусь после, чтобы вам сказать, сколько я сбросила на протяжении этого марафона за эти 12 тренировок. И сейчас я подсчитываю свои калории. Хотите, верьте, хотите, нет, но без протеина я не могу выровнять уровень белка в своем рационе. Он у меня всегда проседает. Ну или я должна съесть просто две банки консервированного тунца, чтобы что-то там поменялось. Но кушать тунец, особенно когда ты где-нибудь находишься, не очень удобно. Поэтому либо кушаем много-много-много яичных белков, либо пьем вкусненький протеин, тем более вот это вот шоколадный, он очень вкусный. Поэтому я решила тебе его подарить. Это не единственный подарок за первое место, ну, об этом попозже. Немножко отвлеклись на подарочки, давайте все-таки приступим к разминке. И начнем мы с разминки шеи. Делаем наклоны аккуратно вправо-влево, вперед-назад. Еще раз, вправо. Влево, вперед, назад. Теперь делаем круговые движения. В одну сторону, остановились, поменяли сторону. Супер. Двигаемся дальше, разминаем плечи. Кладем кисти рук на плечи и делаем такие круговые движения. Сначала в одну сторону, в другую сторону, разминаемся. Если ты, не дай бог, пропускаешь разминку, вот так клацаешь, что попасть на тренировку, ты делаешь большую ошибку, потому что разминка must have. Следующее упражнение. Развели руки в стороны и касаемся попеременно разноименной ноги. Раз, коснулись, выпрямились. Ножки стараем не сгибать. Постановка ног широкая. Раз, нагнулись. Оп. Разминаем кор. Выдох здесь. Поехали дальше. Супер! Дальше. Поочередные глубокие выпады. Сначала в правую сторону. Здесь попружинили, поднялись. Отпустились на левую сторону. Спина прямая. Здесь мы должны почувствовать внутреннее растяжение. Растяжение внутренней поверхности бедра. Можете помогать себе руками переходить из одного положения в другое. И последний раз. Сделали. Дальше короткие махи руками. Вот так, как птички. Коротко и быстро. Быстро, быстро, быстро. Давай, давай, давай. Ты должен почувствовать свои плечи здесь, если ты все правильно делаешь. Коротко и быстро. Чик-чик-чик-чик-чик. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Еще, еще, еще чуть-чуть. 5 секунд. Супер. Встряхнули ручками.
Дальше мы двигаемся, вращаем голеностоп. Разминаем голеностоп. Сначала одну ногу. Поменяли направление движения. Вот так. Теперь другую ногу. Супер, супер, супер. Весело. Разминаемся, котятки. Сейчас нам предстоит такая тренировка. Закачаешься. Теперь бег на месте. Только чаще и выше подпрыгивайте. Бежим, 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 бежим. Раз, два, три, четыре, пять. Приземляемся на носочки, мягко. Я надеюсь, ты в кроссовках, кстати. Я тебе приказываю на мои тренировки одевать кроссовки. Видите, здесь есть специальный такой слой в подошве, который ароматизирует ваше приземление. Мы здесь прыгаем, это безопаснее для твоих суставов. И дальше, в конце, мы с тобой разомнем кисти. Ты скажешь, Юль, что вы здесь делаете? Какие кисти? Но для первого упражнения нам понадобятся наши кисти, чтобы они были разогреты, поэтому их тянем вот так, делая вот такие движения в одну сторону, поменяли. Разминка у нас заканчивается, сейчас наша вечеринка начнется. Итак, мы начинаем нашу тренировку. Первое упражнение – отжимание в обратной планке. Встали в исходное положение, кисти располагаются не вот так, а вот так. И мы поднимаем наш таз. В нижней точке он может только легко коснуться пола, то есть вот так мы делаем, не отдыхаем. Упражнение достаточно легкое на самом деле. Давайте, давайте, делаем выдох наверху. В верхней точке таз не обязательно должен быть на одной линии с корпусом тела и с ногами. Отлично. Следующее упражнение – скручивание к одной согнутой ноге. У меня сначала согнутая нога будет левая, буду тянуться к правой. Ножка прямая, носочек тянется на себя. Поднялись, коснулись кроссовок с обоих сторон. Кроссовки. Это же одна кроссовка. Поднялись, опустились. Раз, раз. Короткие такие скручивания у нас получаются. Супер. Теперь выставили вторую ногу, согнули первую. И поехали. Работаем над второй ногой. Раз, два. Давай, давай, давай. Если тебе сложно, можешь делать вот такие скручивания обычные. Но надо постараться, сколько сможешь. Сложно? Отдыхай больше внизу. Давай, давай, еще чуть-чуть. Съесть. Да, у нас отдых, я забыла вам сказать. Обрадовать вас. Фух. Прессик-то чувствуется, да? Животик расти. Точнее, кубики живота, да, не надо. Дряблость. Я, кстати, уже сбросила килограммчик. У нас только четвертая тренировка, что дальше будет? Так, ребятки, сейчас мы внедряем тяги гантелей к поясу, но мы начинаем со скручиваний. Поехали. Когда это упражнение уже закончится, наш пресс будет максимально убит. Давай, давай, давай. Раз, коснулись, коснулись, коснулись. Еще раз. А-а-а! Жесть. Раз, другая нога. Сменили ногу. Давай, давай, давай. 15 секунд. Устал, сделал вдох, выдох и продолжаем.
Давай, давай, Ира. Давай, Ира. Не доработало одно повторение. Взяли гантели, сделали хороший такой наклон корпуса и потянули гантели к тазу. Опустили их ниже колена. Опять потянули верхние точки, свели лопатки вместе. Выдох наверху. Локти не идут. Вот так вот они идут строго вдоль корпуса вашего тела. Смотрят наверх. Концентрируемся. Класс. Фух. Хорошая новость, ребят. Касаемся сразу левой ноги. Правая идет отдыхать. Но зато мы будем делать с тобой планку. Тоже на пресс. Надо его убить сегодня на этой тренировке. У меня было в планах такое настроение. Прокачнуть пресс. Фух. Ложимся. Давайте потихонечку настраиваться. То есть мы эту ногу убираем из этого круга. Сразу тянемся к левой. Сделали вдох-выдох. Нога прямая. Носочек на себя. Делаем короткое скручивание. Касаемся кроссовки. Оп. Легли. Выдох. Выдох. 10 секунд тем временем у нас осталось. Водички. Хочется водички. Поднять, опустить. Тяга гантели к поясу. Наше следующее упражнение. Поехали. Укрепляем спинку. Очень многие хотят накачать ягодицы. Когда ко мне обращаются, чтобы я прописала программу тренировок, говорят, не только подкачать ягодицы, убрать живот, вот это вот. Очень неправильно такой подход. Потому что все работает в дисбалансе. Понимаете, когда у вас одна мышца накачанная, вторая отстает, в организме начинается дисбаланс. Поэтому мы на тренировках загружаем все одновременно, равномерно. Прорабатываем по максимуму все мышечные группы. Планка. Вывели руку одну вперед, сделали выдох. Раз. Похоже на Гитлера сейчас. Супер. Так мечтала попить воды. Короче, ты понял, да, мой посыл? Качаем, прорабатываем все равномерно. Если хочешь чего-то больше, просто надо добавить больше упражнений на эту мышечную группу. Но не качать только ягодицы. Просто очень часто вижу девушек в тренажерном зале, которые приходят за ягодицами. Кроме ягодиц они не качают вообще ничего. Ну, не знаю, такое себе мероприятие. Начали. Тяга гантелей на спину. Свели лопатки. Это очень важно в этом упражнении почувствовать. Здесь они сведены. Здесь они разведены. Оп. Когда вы делаете тягу, пожалуйста, не поднимайтесь вместе с гантелями наверх. Сохраняйте наклон. Супер. Делаем планку с выведением одной руки вперед. Вывели. Вывели руку. Чередуем. Меняем. Выдох сделали. Вот так, супер. Девять секунд. Остались здесь. Легли, вывели руки вперед. Делаем подъем, разведение, сведение, опускаем. Поднимаем конечности, развели, свели, опустили. Раз, два, три, четыре. Вдох-выдох. Раз, два, три, четыре. Чувствуете напряжение в ягодицах? Еще раз. Раз, два, три,
4. А кто-то у нас будет отдыхать сейчас. Кто этот красавчик? Точнее, красавчики, потому что я буду отдыхать вместе с тобой. Фух. Я напоминаю, что в этой тренировке мы активно с тобой выбиваем пресс. Сейчас мы будем включать такое интересное упражнение. Русские скручивания будут с гантели. Если тебе сложно, сделай пару повторений с гантели. Чувствую, что тяжело. Убирай гантелю. Делай в холостую. Планка с выведением руки вперед. Наше первое упражнение в этом трисете. Подкрутите таз. Соберите весь ваш живот в одну кучу. Он должен быть максимально напряжен. Вывели руку. Вывели. Плюхнулись. Остались здесь. Вывели руки вперед. Делаем супермен с разведением рук и ног. Опустились. Поднялись. Раз, два, опустились. Поднялись, развели, свели, опустились. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Внизу долго не отдыхаем. Стараемся делать под мой счет. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И заключительный. Фух. Русские скручивания. То есть у нас ноги на весу. Мы берем одну гантелю и развлекаемся. Раз, два, три. Чем интенсивнее вот тут у вас скручивание, тем будет лучше. Скажи мне, если тебе упражнения даются сложно, будем что-нибудь придумывать наперед. Шесть, пять, четыре, три, два, один. И отдыхаем. Ребятки, отдых. Фух, классно, классно. Супер, водичку пьем, не забываем. Сейчас у нас будут те самые ужасные бёрпи. Будет не с прыжком, а с гантелями. Будет еще сложнее. Если ты не можешь с гантелями, откладывай гантели. Что-то я заговорилась. И делай впустую. Раз, подняли, развели, опустили. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Подняли, развели, свели, опустили. Еще раз. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пять секунд. И последний раз. Раз, два, три, четыре. Сразу развернулись на русские скручивания, взяли гантелю или что-нибудь, чтобы было тяжелее делать это упражнение. Я повторяю, если ты не можешь, вот ты сделал пару повторений, да, с гантелей, отложи и просто касайся вот так холостую. Только, пожалуйста, если ты уже без утяжеления делаешь, темп выше, выше, выше. 10 секунд у нас осталось, давайте быстрее, ноги в висе. Раз, два, три, четыре. Юху! Заканчиваем. И добавляется этот бёрпи ужасный. Фух. С гантелями. Раз, сделали бёрпи. Поднялись. Вывели гантели наверх. Опустили. Раз, плюхаемся. Ноги широко. Вывели гантели наверх с прямой спиной. Фух. Повторяем. Фух. Упражнение достаточно тяжелое. Потому что здесь функциональная работа, работа с весом. Вот. И все. Тяжело. Тоже мне. Мы потяжелее с тобой делали. Фух. Все равно хочется водички. Начнем этот круг с тобой с упражнения на пресс. Русские скручивания, затем бёрпи, и потом правильное упражнение на пресс. Будем делать планку X. Ой, первое русские скручивания, Ира, что ты тормозишь, давай.
Люди уже делают, а ты только вспоминаешь, что тебе надо. Давай, давай, давай. Раз, два, три, четыре. Угу. Боковой жир есть у кого-нибудь там? Вот это вот сейчас мы убираем, укрепляем. Давай, давай, давай. Давай, давай. Раз, два, три, четыре, пять. Взяли две гантели, будем прыгать бёрпи. Приготовились. Начали. Прыгнули. Широкая постановка ног. Выбросили гантели наверх. Контролируем, когда мы их опускаем. Не кидаем вниз. Раз. Контролим. Раз. Опустили. Прыгнули в бёрпи. Оп. Супер, молодцы. Вы красавчики. И вы же мои умнички. Раз. Наверх. Опустили. Оп. Подняли. Опустили. Отложили гантели. Шустренько. Правый бок. Планка. Вот такая. Вот такая буква К у нас. Стоим, стоим 20 секунд. Сложно? Не сложно. Наоборот, не сложно. Сложно. 9 секунд. Давай, 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 держись, мужик, давай. Ой, кто-то не удержался. Упала. Фух. Как дела? Не, ну вообще, как дела? Так, ребятки, двигаемся дальше. Мы начинаем с бёрпи, с уведением гантели наверх. Планка будет сначала на правый бок, затем мы должны быстро поменяться на левый. Начинаем мы с бёрпи. Готов? Поехали. Раз. Гантели. Опускаем. Чик. Оп. Раз. Молодцы. Работаем, работаем. Колесо крутится. Тренировка тренируется. Тело качается. Калории жгутся. Супер. Давайте. Раз. Наверх. Супер. Отлично, последний раз. Метну гантели, чтобы меньше делать эту отвратительную планку. Подняли руку наверх, ногу наверх, стоим. Стоим, 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 стоим. У меня здесь болит. Меняем в сторону быстренько. Крайне неприятное упражнение, но мы тренируем пресс. Стоим, 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 стоим. Отжался. Фу, какое упражнение. Почему это упражнение такое эффективное, что мы его обязаны просто с тобой сделать? Я уже вся мокрая. Так, у нас на очереди 10 круг из 12. Мы начинаем с тобой с боковой планки на правую, затем на левую сторону и включаем приседание. Начали. Подняли руку, подняли ногу, стоим. Если тебе сложно, просто стой вот так. Если сложно, стой вот так. Раз, два, три. Раз, два, три. Время проходи. Ненавижу, кстати, статику. 10 секунд. Дыши, 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 дыши. Супер, меняем. Слава богу, его больше не будет. На правый бок имею в виду. Так, давай, стоим.
стоим. 20 секунд осталось. Поверь, мне очень сложно. Не падать. Кто разрешал падать? 10 секунд, а ты падаешь. Слава тебе, Господи. Приседания. Встали, встали. Присели. Прыжок. Присели. Ноги вместе. Ноги в сторону. Делаем прыжок. Поднялись. Прыжок. Поднялись. Супер. Горит, все горит. Класс. Класс. Водички бы, водички. Как ты? Фух. Следующий круг мы начинаем с боковой планки. На левую сторону. Делаем приседание и высокий джампинг джек. То есть будем не прыгать не широко, а как можно выше. Встали в планку. Раз. Стоим. Подняли ножку. Не ищем легких путей. Стоим, стоим, стоим. Фух, уже устала, простите. Ты со мной в центр, в сторону. Прыжок в центр, прыжок в сторону. Прыжок в центр, в сторону. Давай, давай возьмем гантели, чтобы было нам круче завтра. Чтобы ты меня вспоминал, сказал, вот сучка. Раз, в центр, шаг, в центр, шаг в сторону, шаг в центр. И добавляем джампинг джек. Высоко прыгаем. Делаем прыжки как можно выше. 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 Хоп. Хайди. Давай. Выше, выше, выше. Прыжок. Прыжок выше. Высокий джампинг джек. Давай, давай. 10 секунд. И отдыхаем. Три секунды. Фух. Это было здорово. Фух. Угу. Угу. 30 секунд. Мне кажется, самый раз, чтобы дышаться. Сделать глоток, перевести дыхание. Фух. Этот круг уже будет полегче. У нас будет, помните, отжимание из обратной планки. Начинаем из приседаний. С гантелькой, давай. В центр, в сторону. В центр, в сторону. Ягодицы назад. Спина прямая. Приземляйся легко. Ноги вместе. Ноги в сторону. Раз, два, последний. И джампинг джек. Прыгаем джампинг джек и делаем отжимания и отдыхаем. Высоко, как договаривались в начале. Подпрыгивай прямо на носочках. Высоко. Высоко, высоко. Высоко, не вширь. 10 секунд. Три, два, один. Готово. Обратное отжимание на 30. О, давай. Упражнение называется релакс. После всего этого. Фух.
то, через что мы прошли, это упражнение просто называется «Поджимайся и отдохни». Класс! Классно же! Классно же! Сейчас мы делаем с тобой последний круг. Jumping jack, обратное отжимание в обратной планке и скручивание к согнутой ноге, к правой. У меня есть еще время? Давайте, котятки, давайте. Последний круг. Сделаем это вместе. Высоко прыгаем. Раз. Высоко. На носки приземлились высоко. Свели руки над головой. Прыжок. Оп. Оп. Ходи. Давай, давай, давай. Нас осталось 5 секунд. Идем с тобой на отжимание. Есть. Поехали, отжимаемся. Раз, отжимание. Да-да-да, вот так, вот так, вот так. Отжимаемся. Оп. Наверх. Потом у нас будет скручивание. Юху. И все. И тренировка наша закончится. Упали, легли на спину, выставили ногу вверх и подтянулись. Как ваш пресс? Дает вам скручиваться все еще? Я сказал, не, играйте в свои игры сами без меня. А ты ему говоришь, давай, будет рельеф, кубики, это же красиво, сексуально. Давай, давай. 5 секунд последних. 3, 2, 1. Восторг. Скажи, скажи восторг. Напиши в комментариях, это восторг или так себе. Класс, мы сделали с тобой 4-ю тренировку из бесплатного, абсолютно бесплатного марафона «Я тебя похудею». Я с удовольствием помогаю тебе достигать хороших и нужных для тебя результатов. А сейчас мы с тобой сделаем заминку, чтобы успокоить наше тело после этой крутейшей тренировки. Это у нас заминка с тобой. Начнем мы с растяжки шеи. Правую руку мы кладем на левую сторону головы и аккуратно тянем голову вниз. Аккуратненько. Поменяли стороны. Прям закрой глаза и почувствуй растяжение мышцы, которые мы тянем сейчас. Заключили руки в замок, поставили их на затылок. Тянем голову вперед. Расслабься. Супер. Растянем плечи. Сначала одну руку. Рука придерживает за локоть, тянет ее как можно ближе к корпусу. Стоим и кайфуем. Тренировка наша уже позади. Класс. Поменяли руки. Подтянули руку к себе и стоим. Отлично. Расслабили руки, потрясли. Теперь делаем замок. Сначала правая рука сверху. Как можно туже схватитесь. Стоим в таком положении. Дышим, расслабляемся и тянемся. Супер. Аккуратно, медленно опустили. Руки поменяли.
схватились, стоим. Аккуратно опускаемся. Выставили руки наверх. Теперь аккуратно делаем прямой угол. Наклон корпуса до 90 градусов. Ноги прямые. Стоим. Чувствуем растяжение задней поверхности бедра. Растяжение в пояснице, в спине. Делаем 5 пружинок. Раз, два, три, четыре, пять. Поднимаемся аккуратно наверх. Шагаем руками в планку. Идем в кобру. Тянемся макушкой наверх. Чувствуем прогиб в пояснице. Здесь у нас хорошо растягивается пресс. Мы его здорово проработали. Супер. Теперь идем в собаку. Поза собакой мордой вниз. Стоим в такой позе. Теперь делаем такие микрозашагивания. Голова опущена. Идем в кобру. Макушка тянется опять наверх. Супер. Шагаем руками. Аккуратно, позвонок за позвонком, поднимаемся наверх. Делаем то, с чего мы начинали нашу тренировку, нашу разминку. Круговые движения головой. Очень медленно. Очень аккуратно. Вот так. Боже, какой это кайф. Кайф. Кайф — это наши с тобой тренировки и призы, которые будут разыграны в конце этого марафона. Поэтому не забывай отмечать меня в Instagram, в историях со своими тренировками, как ты тренируешься вместе со мной, и оставлять любые комментарии под тренировками из этого марафона. И ты, скорее всего, даже ты получишь приз. Сентябрь 1 марафон, и я тебя похудею. Четвертая тренировка закончена. Пока!